Ну что я вам могу сказать? Всем тем людям, которые я уже писала про наших доблестных защитников, полк Азов, которые тут сбивают российские самолеты, герои, блядь. Понимаете, они тут сидят, выламывают нам заборы, выламывают дома, забираются на вторые этажи и лупят от нас. А нам потом прилетает ответка. Вот такие вот защитники, понимаете, среди мирного населения, на левом берегу, блядь, среди наших домов. Вот так вот они на защите.